Я помню, но не... Помню, но не помню, да? Нет, я помню, но не помню. О, чешку не сделал. А? Чешку не сделал. Ну, надо бы. Я понял, что такое. Я еще повернулся. Да, немножко. Что, семёром? Да, немножко надо было сюда. А, семёром. Ну, как бы. А что тебе еще? Да, да, закидывай. Нет, на размицу. Вот здесь, по-другому. Я капитанский не делал еще. А может, подожди, Юрка, может, тебе спили? Подожди. Меня турник мешает. Давай, Юшка, держись. Андрей, иди сюда, смотри. Вот так. Вот я имел в виду. А, это... Поднимай корпус. Есть контакт. По очереди друг другу помогайте. Андрей, сюда, на подстраховку Юры. И по очереди друг другу. Да, 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 теперь поднимайся. Что, поднимай. Чё? Тяни ноги вниз. Градус есть? Аккуратно. Зубы разокрой, зубы делись. Да. Все, поехали по 10 раз. Пожалуйста, друг другу помогите, Андрей, помогай мне. Как нет, да, все это. Пример. Помогай Юре, Андрей. Можешь мне сказать? Так, нет, ты ему помоги. Как же, как же он без тебя сделал? Подъем переворотом. Или с переворотом. Проходите. Юр, помогай Андрею. Артем, хорош, спасибо. Я вспомнил. Артем, слышишь меня? Да, да. Если хочешь отдохнуть, то ты можешь подать. Не, ну это типа, Андрюх, если пробовать с градусом крутиться, это сложнее. Все, попробуй с градусом крутиться. Я могу сейчас кучу сделать одну штуку. Давай. Ноги поднимай. Но я ее боюсь. Ноги поднимай. Силу не хватает. Потому что я в градус зайду, а боюсь обтурить. Что-то я слил. Надо, чтобы ты делал. Андрюх, просто секунда, просто день проходит, и ты сливаешься. Конец. Да, Юрец, молодец, все правильно. Только, Юр. Страховали, а меня нет. Почему? Я... Как, Юра? Юр, надо Андрею помочь. Ну, давай, поможем. Я же Андрею помогу, это нормально. Все не очень. Давай, немножко вместе. Немножко вместе сделаем. Сейчас надо твоя задача, коснись носочек на перекладину. Записай. Юрец, смотри сюда. Держись, зафиксируйся. Теперь полет. А кто тут? Вот так. Нет, стой. Ножки вместе, фиксируйся. Фиксация, держись. Живот, держись. Полет, держись. Вот так. Я держу, не бойся. Не падай, не бойся. У меня на грудь, на руку. Облокачивайся, не бойся. Облокачивайся, облокачивайся. Облокачивайся, держись. Ножки вместе. Вот, красавчик. И теперь спокойненько слезаешь. Юра, пойдем. Нет, я это должен сделать из этого связку. Давай, связку делаем. Юрец, готовься. У тебя градус есть? Руками держись, пальцы держи градус, несу, просто докрути. Докрути хотя бы, чтобы семёра была полная. Да, пойдем. Пойдем переворот. Юра, пойдем сюда. Да. Сейчас, погоди. Зафиксировался. Ножки тяни, коленки тяни к плечам. Давай ты. Тяни коленки к плечам. Теперь носочки поднимай туда. Завалился, есть. Поднимай голову. Корпус поднимай, да, ручки переворачивай. Поднимай. Фиксация. Натяжение сделал. Натянись тоже вместе. Просто. Теперь упадешь, полет. Грудь будет. На меня заваливай. Крути семёр. Не бойся, не упадешь. Давай, давай. Не бойся, я держу. Взгляд вперед, держи, напряги, руки, ноги, напряги. Я стану. Полет, красавчик. Держи. Я тебя не бойся, я тебя не отпущу. Теперь спокойно складочку сгибайся. Сгибайся. Сгибайся, не бойся, прям сгибайся, вот так. Что больно, живот? А теперь переворачивайся, держись руками и переворачивай голову вперед. А что, живот? Я нашел на концерт. Сюда, сюда. Пойдем, Андрюк. Страшно? Хорош. Андрей, Юр, посмотрите, пожалуйста, меня, я вам сейчас покажу, что надо делать. Жестко, колено. Матрос уже двигает. Матрос двигает. Смотри, пожалуйста. Сейчас все будет колесо и все. Вот убрал. Смотри, сюда встаньте сбоку. Пожалуйста. Андрей, вот здесь тихо. Да. Кочка. Сейчас на меня сбоку посмотрите. Живот его как самочувствие. Пресс надо напрягать.
стоит, смотрит. Сейчас, погодите, смотрите, парни. Вот вы залезаете на маленького. Ну, пресс есть, пресс. Сейчас, смотрите, Андрюха, а что ты хочешь? Пресс. Раз. Вот я вас прошу. Поднять ножки, коленки, ножки. Хотел с 540. У меня не выдерживали. Зафиксируйтесь. Вот так, зафиксируйтесь. Я не понял. Теперь вот сюда делай. Хорошо. Вот сюда. Пам-пам-пам-пам-пам. Полет. А потом, Юртош, я тебе говорю, Юра, смотри, вот это надо сделать тебе было. Поехали на маленький. Это прям как альпинист. А как ее делать? А это надо... А, ну это мы сейчас что, смотрите, сделаем? Хочешь поставить руку, но не ставить. Наше любимое упражнение в парах. Давайте вставайте. За ручку держитесь. Подъем ног. Пресс, подъем ног. Давайте в парах, пожалуйста, встаньте. Андрей и Юра. Аж интернет тормозить начал. Юрец, Андреец. В парах давайте встаньте, пожалуйста, в пару. Ложитесь. Юрец и Андрец, ложитесь на спину. Ложитесь на спину. Друг другу головой. А, Юра, развернись и к Андрею друг другу головой. Головой. Я нашел. Ручками хватайте друг за друга. Поехали. Подъем ног. Ручками возьмите друг за друга. А ты сыт делаешь, ты рукой толкаешь. Ручками взялись? Нет, сначала надо сахарить. Ручками. Подъем ног одновременно. Прямых. Нет, не в колено. А в прямых. Свечку выходите. Поехали. Хочешь на 180 рукой? Раз 50 раз надо сделать. Ножки прямые. На пол не бросайте. 50 раз всего лишь надо сделать, да? Всего лишь полтишок. Сделал. Типа, не знаю, сейчас сделаю, не сделаю. 4, молодцы, ножки прямо, не бросай на пол. Можно я буду с дивана сделать, диван быстрее? Нет, с вами надо вместе, один за другим, все за одного. Да блин, Юра... Возьмите, Юр, возьмите руками крепче за Андрюху. Подожди. Прям как мы здороваемся, помните, за предплечье возьмите друг за друга. Чуть-чуть я... выше ладоши. У тебя себе с Андрюхой. Он делает правильно. Сейчас я вам ручки сложу. Вот здесь возьмитесь. Вот здесь наш начинки делать. Вот. Цепь вот так мы здороваемся. Цепь вот вам. Все, поехали. Раз. Сколько его? Два. Это уже 10 раз. Вы уже 10 раз делали. Нам еще 40 раз. Значит, 12. Не бросай ножки на пол, не бросай. Ножки вместе. Ножки вместе. В коленках не сгибаем. Андрей. Добрый вечер всем. Здрасте, здрасте всем. В коленках не сгибаем. 13. Андрей, не торопись. Сергей Сергеевич. Сергей Геннадьевич. Ну, как дела? Сразу с ним хочу. Все путем? Да. Слава Богу. Все хорошо. Полетел. Не торопитесь, парни. Не торопитесь. Ножки прямые. Да, свечку прям, прям смотрите, стоп, зафиксируйтесь. Прям поднимайте выше, выше ножки. Вот, вот так, вот так. Вы потом смотри. Сможете. Да, вот так. Смотри, показываю, как вот. Ты делаешь. Прям круто делаешь. Показываю, да. Как ты делаешь. Да, что, сержант, смена сменная? Сезон? Сезон, сезон дождей пришел. Запускают. Короче, сезон начался раньше, чем я предполагал. Да и хорошо, Серый. Раньше было 4 раза в год с урожаем. А, это 4 раза урожаем. Один раз сделал на турнике. Это не супер сорта яблок. И потом сразу сделал сорт. Причем вместе коленек не сгибаем, Юра. Андрей, коленек не сгибаем. В этом бился 540 дел. Завтра можешь, да, Сергей? Полез было. Что ложка не выдает, короче, и кофе выдавает, да, спать? Я вам стакан, последнее время бегу. Нет, ты не видишь, что? Да ты! Я не помню. Ты да. Ты да. Ну, можно вкусно, ты можешь, я лучше.
Короче, ну я даже эти градусы делим. Сейчас я тебя указываю. Тихо, Андрей. Он меня бечь. А ты должен взять руками. Хороший, что, Андрей. Все, стоп, развернитесь. Теперь повернитесь лицом друг к другу. Две руки. Сколько осталось надеть? Три раза. Да, три раза, когда делаете. Андрей, давай. Буду я это делать. Юр, хорошо, идите к дивану, когда доделаете. Все время его катаются, он такой, не считает. Ч-ч-ч. Он, потому что он хочет сильным, чтобы быть. Чтобы ты сидел. Давай, дай делать. Если так узко руки поставишь, то я понял, что это. Я делаю вот так, я понял, что это. Мне вот на два глотка. Я вот его не ощущаю. Но это уже без. Готово! Так, сделал. Давай, не я просто говорю, раз, два, три, ты помнишь, да, как стаканчик? Нет. Я сейчас могу. Возьму тогда. Ну, может, Аяшка, а ты глотки меньше делай. Да что ты такими большими глотками? Может, тогда как раньше, это, как он там, капучино, шоколад? Ну, вот это, давай капучино, шоколад. Че, кто на мотоцикле тогда едет? Пачку. Парни, силовуху будем, гантели будем тягать? Нет! Да, да нет, тебе не да? идет. Да. Давай, гантельки потягаем. Сильными будем, да? Они здесь, да. Они здесь, да. Я понял, что у тебя проблемы. В чем? Мне в ту сторону смотрите, почему? Ты почему руку отпускаешь? Я отпускаешь? Не могу. Ты можешь, можешь вот так, можешь все. Ой! Ой-ой-ой, сколько всего! Ты не отпускаешь руки, пока их крутить не начинаешь. А ты вот так делаешь. Теперь легенькие гантельки давай доставай. По одной руке зачем? Раз, два и две беленькие. Да, сразу. У меня так уграли. Андрей, Андрей, можно мы у вас один мат возьмем? Да, бери. Спасибо. Какой ты документ? Готовы? Андрюх. Андрей, тебе нельзя. Стой, давай, пока паркуй мотоцикл. Это Юре нельзя. Ну, подожди. Это Миша много катается. Паркуй, паркуй мотоцикл. Миша катается. Пойдемте. Подожди. Пойдемте, парни, смотрите. Мы сейчас по чесноку сделаем. Берите по большой белой гантельке. Припаркуй ее в другую, да, куда-нибудь. По, нет, по белой возьмите аккуратно, Андрей, аккуратно. Сейчас надо взять две руки, одну белую гантельку. И бросить. Так, извини, пожалуйста, положи аккуратно. Молодец. Юра, бери белую гантельку. Тихо, тихо, тихо. Тихо, Андрей, пока положи. Юрец, пойдем быстрее. Вот эту. Смотрите, Андрюшка. Андрей, 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 смотри на меня. Берете вот так. Юра, Юра, Юра. Тихо. Двумя руками возьмите. Двумя руками. Вы сейчас, да, молодцы, взялись. Вы сейчас задача. Я опять что-то понял и все сделать? Нет, я более-менее, я не могу тут спиться, не могу взять. 25 раз. Мне кого-то легче без него делать, потому что я без него делаю. На прямых руках, Андрюх, на прямых, да. 25 раз надо поднять. Я буду поднимать попеременно. Но это, правда, гантель по килограмму, да? Тихо-тихо, не рвите сильно, спинку прямо. Спинку прямо 25 раз поднимаете, да, спинку прямо, не бросай вниз, ручки прямые, не бросай вниз. Юрец, не-не-не, Юрец, возьми за центр, да. Вот сейчас ножки поставь, крести, ножки поставь ровненько, ножки, ножки ровненько поставь, спинку прямо, я тебе тоже спинку прямо. Вот, да, о-о-о, чтобы не улетел. А теперь поставьте ножки чуть пошире, вот так, прям упор, упор. 10, да? 11. Не рви, не рви, не рви, не рви, быстро не делай. Дыши. Фу. Сила будет. Терпи, терпи, терпи. Меня надо хватать.
А вы спросите у взрослых, может, поделиться. Артем, есть попить? Нет. А где Данил? Куда делся? В туалет ушел. Тихо, парни, еще осталось доделать вам 10 раз. Да, осталось доделать? Вообще-то нет, 13. 13 раз все делаем спокойно, спинка прямая. Помните 720? У меня уже получше повысить. Давай, делаем. Чуть-чуть. Давай. Мне еще месяца. Еще месяца 3. Почему так думаешь, что месяца 3? Может, быстрее? Ну, может. Давай, Я не понимаю, это неправильно. Катя больше не было. Как бы? Это самая лучшая попытка, которую я видел. Опять, я же говорю тебе про подводящие упражнения. Во-первых, надо тебе раскручиваться на полу, когда ты стоишь, вот это умение, надо на полу ориентироваться. Ну сколько ты раз ты можешь в одну и другую сторону делать, когда раскрутка? То есть, доводить в первую. Второе, надо ориентироваться, надо, чтобы ты очень быстро ориентировался с какой-то стороны. 25, готово. 25 сделала, сейчас лучше приходим, отдыхаем. Отдыхаем. Маленький, а теперь мощный маленький на пицуху. Сколько раз? Ой, нет, отставить, простите, не маленький. Например, сейчас погодите, пока отдыхай. Вот ты крутишься, тебе надо ориентироваться точно, где находится. А для этого надо, чтобы левое и правое полушарие у тебя, да, чтобы глаза у тебя двигались. И второй момент. Нужна растяжка и сила в руках, чтобы ты мог хоть вот так зацепляться. А для этого надо делать наклоны, проклоны, мостики. У тебя чуть-чуть не хватает гибкости суставов. Чуть-чуть. Хотя ты молодой. Мне нужно высоты 5 градусов добавить. Андрюш, пойдем сюда. Привет. 5 килограммов, я не сделаю. Ты сделаешь? Нет, никто никому по башке не будет врезать. Сидят за мной. Слишком много катается на мой. Андрей, теперь, Юр, ты сделаешь? Андрей, сюда на меня смотри. Смотри теперь, как мы делаем. Юр, ты сколько раз сделал? Итак, отойди, Андрей, отойди, пожалуйста, тебе задача. Смотри, Андрюх. Смотри, берешь вот так двумя ручками, сейчас его доделаем. Двигай, двигай, хватит, ты, получается, поднимаешь вот так себе. А, иди. Раз, опять ты этому мальчику. Опять ты мальчику Митю зовешь. Не-не-не, Андрей, во-первых, это не его, это клубный. Тебе надо его на место поставить. И тем более, даже если бы его так, ну, бросаться вещами или словами некрасиво. Пойдем. Надо 25 раз делать себе. Ой, терпи, терпи, смотри. Ну так, погоди. Смотри, спинка прямая. Я даже сделал больше. Оп, молодец, ее боленько. Все, прям вот так берешься. Вот так, по селедочке, да. Спинка прямая. Слышь, круто. По моей технике. В отражении. По самой простой технике. Нет, но бормотка была у вас. Я же не хочу. Просто типа. Все, там главное плечами. Андрюх, из них мешает, не могу размахнуть. Локти от живота не отрываем, спинкой не раскачивайся. Прямо, Юль, спинку прямо сделай, спинку прямо. Спинку прямо, натяжение. Вот, ну, секать там не нужно, просто плечами сидите, дергайте себе. Спинку прямо, сам шутишь. Ничего там не нужно. Смотри, там парни. Вот так надо. А если ты... Что, вот так, не как вот там согнутый, а вот так. Оп. Да, спинку прямо держим. 25 раз всего лишь. Теперь дышим. Дышим. Шух. Шух. Дышим. Тихо, спокойно. Пусть он... Ну, ему хочется так, ты делаешь по-другому. Потом он по-другому будет, а ты тоже по-другому. Спинку прямо. Мало. Сейчас вы поделаете и потом можете. Я сделал 26. 26? Нормально. Андрей. Стоп, подними и поставь, не бросай, пожалуйста, снаряжение. Андрюх, не бросай снаряжение, это некрасиво. Самое быстрое, самое стабильное. Осталось 13 минут. О, у меня 7. Сними. Че, Сержон, вообще, пойдем? Сними семерку. Силу качать, пойдем, братан. А? Надо снять. Че ты? Давай внутрян. Попытки. 540. А? 540 попытки. Я знаю. Не градус интересно. Че, парень, для всех, когда поедем на передачу «Русский ниндзя» или «Американский», или «Вьетнамский», или «Японский»? Чего? Или Моргенштерн, Ида Галич и это? Да какой Моргенштерн? «Русский ниндзя» не дай такую передачу? Ну, там... Ну, «Американский»? Там ведущие. Они там ведущие? Моргенштерн. Все, тогда не поедем. А Моргенштерн же из страны уехал, как он ведущий. Да, Моргенштерн уехал из России. Собака тут ведущий. Ну хорошо, ладно, не будем там демаргершен, пойдем, поехали на казахстанский ниндзя, они свяжут.
Так и есть казахстанский ниндзя. Ты не видел, Галин, ты не видел? Поехали на украинский. Какие казахстанские? Посмотри, ты обалдеешь. Казахстанский ниндзя, ну это такая передача, как гладиаторские игры, американские ниндзя. Вот раз в странах проводится в турнирах. Надо передерживать. Настоящий ниндзя. Самый настоящий ниндзя. Сергей Сергеевич. Самый лучший. Да. Сейчас, у вас есть водитель? Почему градус? А где градус? Долго взял. Не надо. Сейчас еще терпите. Даня, у тебя есть водитель? Андрей, я сейчас не спросил Данилу. Данил, у тебя есть водитель? Он не слышит. Данил! Данил! Он в наушниках. Рукой махни. Данил! Андрей, рукой помахай. Данил! Артем! Данил! Надо, короче, пусть один наушник снимет. Данил, у тебя есть вода? Все запутаны. Можно взять? Спасибо. Поблагодарим, молодец. Что, Сержон, сколько у нас здесь? 30-ку оставить? 20 килограмм? Это 10. Еще. Да нет, еще я так просто. Тело. Давай руку цели. Давай. Что с ней? Это. Давай кто первый научится ходить в шоу. Ты чего? Как? Ну здесь есть такая защита. Давай кто первый. Если вот это порвется, оно будет зайти. Да, ну надо, наверное, мы завалимся. Чуть-чуть сюда больше помещайся, чтобы больше. Как ты за колеба? А это чтобы... Ну чтобы хоть что-нибудь... Колеса летели. Вот эти диски, чтобы длинные не летели. Но не прет что-то. Не прет. Назад. А? Спокойно, назад. На грудь. Прям поднял. Что назад? Да, да. На грудь. Да. Андрюх, напился? Да. Все хорошо. Мне не нравится пить. Головой не вошел. А как ты? Сейчас смотри. Ты делаешь элемент, головой обстан, выше. Ну давай сделай и а я... Так это надо попробовать. Так ты же не зубишь лететь по вдоху. Ты что, дружишь на верху? Ты думаешь, вверх полетишь? Пока не прочитай, сначала не понял. Лети. Да. Ладно, сейчас только не висел. Ну что ж, давайте его не поднимаем. Надо чуть-чуть поднять. Зачем? Нормально. Ну он сейчас чуть не улетел, башку не улетел. Все, встань, потом поднимай. Они, короче, их тренируются. Ну все, что? Успокойся. Я же ее выпил, я так понял. Только мастер, нормально. Где? По кикбоксу, по тайзе, по салатику, по всему. Короче, не надо. Я обычно вспомнился. А что это? Давай с этим смаха, с этим такой зашло. Свистакой зашло. Пока он что-то. Защита. Я прошел по всем кубикам, Юр. Я бы трёпку не могу делать. Машина коленную делать, сразу трёпку толкну. А что, без ни разу не проигрывал? Кстати, у тебя вообще капец градусный был. У тебя прям вот так шла. А? Все, я же был в него. Градус жесткий был, наверное. Я смотрю, я из-за этого перестал трёху. Я смотрю, я не могу начинать мёд. Он всё в эти участки из них, а потом пьёшь. Ну, вообще всё. С Баваром. Ещё другое. КТБМЕКТЭМ. Он ещё не пьёшь. КТБМЕКТЭМ. Понял, чё? Лёшка, ты как перебьёшь? А если сейчас я ещё вот так лучше поставлю? Семёны руки. А он не часто зарубился. Взять просто. Выигрывал. Хана мне. Халявная семёрка. Так, кусочек. Тебе за эту минуту я вообще его не помню. Я сейчас просто... Ну, он дрался несколько раз, а у меня не Юрий,
Лиз, давай уголочек подержи. Какой? Уголочек. На руках, стоечка на руках, уголочек. Не-не-не, не надо, Артём. Не надо. Иногда даже шутка может привести к плачевному. В прямом смысле к плачевному. Ну хорошо, 12 будет Андрей еще раз. Февраля, да? Смена Андрея покажет тебе в феврале. Андрей, аккуратно. Все время падаешь, говоришь, а еще. Сергей, не надеюсь. Да. Вот, да, молодец, теперь отжимайся. Прям, ты знаешь, я туда пришел. Юрий, знаешь, что делать? Ты такой падаешь и говоришь, а, сейчас, еще раз падаешь. Я не пойму, я хочу, что у меня вытезет. Почему мне раньше хотелось сейчас? Смотри. Давай минус 5. Вот это, как ты кроме импульса я не могу держать. У меня вот это сделалось. Вот эта часть у меня тут синяк. Давай. Можно так переползти, можно через тот путь переползти. Вы чуть подлиннее. Я тебе тоже. Я тут научился на некоторые элементы, может. Давай, на передние. Халявно. Ну, так, с места встал еще. Не, не, сначала лицом сюда завесь. Сюда коленки, да, на стоп. Да. Сначала подъем ног. Это на двуглавое переднее. Минус один. А, подожди, другой вклад я освоил, нет? Че, Юр, над смыслом жизни задумался? Нет? Мне кажется, все, минус. Над смыслом шахмат задумался? Тоже? Тоже нет. А почему вообще шахматы придумали? Это игра. Ну ты что? Оглох. Для веселья. Она же непонятная. Я тебе могу сказать легенду про шахматы, как она была придумана. О, давайте. Якобы индийский раджа, падишах, либо шейх, у царь, князь индийский, сказал мудрецу одному, бродячему. И теперь даже... А просто знаешь, в чем прикол вот этой игры? Да. Типа ты загадываешь, мозоли срываешь, потом ты опять... Типа, если ты мне типа ты исполняешь, а потом тебе опять загадываешь. Я не знаю, я тебя озолочу. Ну, мы мозоли срывали, мы прям камень их превращали. И мудрец показал шахматы, а он в Индии ее принес откуда-то, с другой стороны. Связками? Давай связками. Они с ним сыграли, ему понравилось, очень понравилось. И шахмата, она была, да. Это шахматы фактически инсценировка поле-боя. Элемент, если я вижу один элемент, которого я его не сделал. Ферзи, если поставишь там ласточку и перенес... Башни разные, да. Тогда перенес не можно. Слоны, кони. Кожи. Это война, это целая война. И мудрец потом говорит, ну чё? Да я не могу сказать. Давай, братан, князь, давай. Здравствуйте. Приветствую. И он говорит, а что тебя? Падишах ему говорит, раджа, а как мне тебя отблагодарить? Он говорит, а давай мне на каждую клеточку шахмат положи зернышко, на вторую клеточку два зернышка, на третью четыре, на следующую клеточку восемь, увеличивали в два раза. Он все. Говорит, да легко, давай, тебе что все надо. Я ей не делаю. Знаешь, я видел создание шахмат. Я понял, скажу, да. Это создание шахмат, нет? Дай мягкий на 180 сворачивать. Падишах позвал своего казначея. Казначей посчитал. Если вы вот... Я знаю, если сейчас... Сколько? 67 лет, да? Шахмат. Вот первая клеточка... Я просто сразу капнул. Вторая клеточка 2. Я потом до такой степени потом 8, потом 8, потом 16, потом 32, потом 64. Каждая следующая клеточка, она будет, ну, умножается в только же количество. Ладно, в одно время. Называется геометрическая прогрессия. Ему казначей сказал, у нас нету не то чтобы золота и зерна, во всем мире нету столько продуктов. Там сколько-то миллионов тонн получилось. Есть две, да, это ну, реально очень мудрец, он мудрый. Есть две концовки этой легенды. Первая концовка, что его падишах его оставил, потом что делать? Дал ему салатик, сказал, иди отсюда. А вторая концовка, что он его запер и навсегда его оставил при себе до самой смерти. Чтобы мудрец не сказал, что он обыграл падишаха Раджу. Слушай, можешь найти, пожалуйста? В хитрости такой.
Ну, тебе все конец. Давай, давай. Я тебе королевский суд. Алексей, что, зайдешь? Его не принадлежит. Так, парни, время сколько смотрим? Всем спасибо. Всем спасибо, всем до свидания. Да? Не, рано что. Что-то мне кажется, Артем, у тебя это коробка из-под колонки? Да. А где колонка? Там, внутри. Я ей просто, мне мама сказала, без колонки... Не возвращайся. Не, без коробки колонку не носи. Ну, вот представь, 64 клетки, доска. Вот давай попробуй. Вот. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Это мы еще только первый ряд прошли. Потом сколько? 256. Потом 512. 512. Потом 1000, да, 24. Ну, батя, геометрическую прогрессию, видишь, как знаешь. И вот прикинь, можешь. Ты можешь отойти? Можешь. Хитрый, да, ход какой? И вот такая вот легенда. Но мудрец этот принес шахматы из какой-то другой стороны. Он ее не придумал просто так. И да, реально прям это вот такая. Я в свое время на шахматы. Меня учил шахматы. Парень, 21:32. 5 минут. 21:32 время. Я в свое время учил шахматы полковник ГРУ играть. В Москве там в Бурденко в госпитале. Так получилось, я там операции делали. И меня учили шахматы, потому что я в детстве там, а это прям конкретно ходам разным, там, стратегиям и прочее. 20. 5 минут на все про все заканчивать. Отнести снаряжение к тумбочке. А, и все. Вот, кстати, вот на этом, наверное, будет им легче мелким делать. На брусьях? Пусть, да, но там шире, широко им тяжелее. И они еще толстые сами по себе, да. Но здесь такая штука. Кто-то у нас просто доброжелатель, короче, резиновые ножки растаскивает. Я не сделал. Серый, на шлепке покажи, пожалуйста, резиновые. Вот с одной, короче, стащили, да. Видишь, вот есть на одной есть на шлепке, а на другой нету. И что, получается, все, они разные уровни, они перебалтываются, да. Мы уже думали, как бы, ну, вплоть до того, что скотчем и бумагой залепить. Потому что продажи таких нету, либо заказывают где-то. Заказывают. Ну, с Китая ждем с посылки, но последний раз, говорят, открывайте. Спор, типа, ждите. Либо на честность. Может, кто принесет обратно, кому понадобилось. Может, обратно принесет. Относим, да. Сразу а так как, по сути-то, и сделать, они как стоят, вот, по цене они там около от двух до там пятака доходят, до стойки. Так я не думаю, что это прям супер дорого, надо Денису просчитать, сколько это будет стоить. Железо все эти высоты. Просто даже если им на этих широко, то они могут чуть-чуть сдвинуть. Конечно, да. Но вот мы те брусья сделали специально одна уже, чтобы взрослому прям впритык одну сторону, а другую развели пошире. Но сегодня молодцы, сегодня они лесенку сделали. Андрей, Юра, сколько вы сегодня отжимались на брусьях? Со скольки раз вы отжимались? С четырех? До одного. А последний в уголке отжимались. То есть ножки в уголок, да, под страховку. Можно выйти? Выйти? Да, в туалет. А ты сейчас одеваешься или выйдешь в туалет? Потихоньку одеваешься? Я сейчас беги, давай. Теплые штаны, которые с подтяжками. Хорошо, все, только по коридору не бегать, понял? Мам, знаешь, какой Андрей? Кудахлёб российский. Готов? Украинский! Загадываешь? Россия, Польша, Ты чё, я не понял, украинцем хочешь быть? Да все братья, А водохлёбы это бывает. Вода полезнее, чем всякие кофеи и прочее. Поэтому водички с собой берите литр. Всего лишь по 5 элементов. Нет, по-моему. Если я буду все время его делать, то мы тебе. Положил, мы сейчас уберем. Просто я вот сейчас так сделал новое имя. Артем, 2 минуты. Данил, 2 минуты. О, секунду вас сделаем. Что ж ты еще мог сделать? 2 минуты. Юрец, потихоньку одевайся, папа пришел уже. Сам сделай. Сам, да. Сам сделал. Все уже. Все освоил, научился, молодец. Тест был уже столько. Серый, Денис сегодня кубиков еще довез.
Еще что? В ноги? Первый раз в ноги. Иди сюда. Сейчас я сделаю. Все, Данил, Артем, ты последний сделал, ты последний твой. Сейчас. Последнее время, парень, 35 минут. Один элемент можно заснять? А? Один элемент заснять можно? Давай, один ты снимаешь, один ты снимаешь. Страху меня, темпи, парень, темпи, темпи, я сейчас сделаю. Кого ты? Давай, ну и тут. Там я тебя не слышу. Я родился. Все, давай.